Всем привет! Нынешняя возлюбленная спортсмена смогла снизить размер детского пособия, которое выплачивается на дочь футболиста от первого брака. Футболист Дмитрий Тарасов в последнее время подогревает интерес к своей персоне неспортивными результатами, а скандалами со своими бывшими женами. Одним из последних инцидентов стало судебное разбирательство с первой супругой Оксаной Пономаренко. Их брак, в котором экс-жена футболиста родила дочь Ангелину, продлился 4 года. Расставшись с поющей телеведущей Ольгой Бузовой, Дмитрий женился на манекенщице Анастасии Костенко, которая подарила ему 2 детей. Семейная идиллия продолжалась недолго, и в их счастье вмешалась первая супруга Тарасова, которой он продолжает выплачивать алименты. С переходом из Локомотива в Рубин доходы звезды существенно упали. Ему пришлось забыть о миллионе. Сейчас его гонорар составляет только 500 тысяч рублей, поэтому он задумался об уменьшении пособия на ребенка, перерасчет которого был произведен в судебном порядке. Это было сделано с учетом доходов его нынешней жены, что возмутило Анастасию. Ее супруга принудили выплачивать четверть своей зарплаты и докидывать еще 100 тысяч сверх. Костенко решила разобраться с такой несправедливостью и сама подала на алимент. Иск был удовлетворен. По решению суда Тарасов в обязательном порядке будет делить доходы уже между 3 детьми. Теперь поклонники гадают, пришлось ли развестись паре, чтобы сделать ход конем. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.